А как вам такой цвет? Представляете? Ух. Сейчас мы его со всех сторон посмотрим. Ребята уже заканчивают оклейку. Полностью с проемами все проклеено. Такое ощущение, что это окраска. На самом деле это пленка везде. Представляете, какой сложный труд. Тут и пленка, и антихром. Все элементы, которые были не черные глянцевыми, стали такими. Красиво, да? И колеса под стать. Все в едином таком стиле. Глянцевое черное и зеленого болотного цвета такой. Прикольно. Просто прикольно сделано. Прикольно получилось. БГТ красавчики. Тут еще и вот эта вот машина, смотрю, тоже знаю, клеили недавно. И тоже антихром сделан. Вот сейчас будут доклеивать, потому что здесь была небольшая коска, человек поездил на этой машине. Сделали выпрямление вмятин для закрашивания. И в путь после оклейки пленки. Все-таки красиво получается, согласитесь. Машина такая необычная, неординарная. Я вам про ту вообще молчу. Так что обращайтесь, знаете, куда ехать.